Итак, второй розыгрыш от нашего тележурнала подошел к концу. И эти кофе и пончик очень хотят найти своего победителя. Так поможем же им? Итак, заходим в группу нашего тележурнала. На данный момент тут 111 участников. И как мы видим, 44 репоста. Итак, чтобы определить победителя, с помощью приложения LikeU нам нужно скопировать ссылку на эту запись. Ставим ее вот в эту графу. Отлично. Теперь, как вы помните, условия все те же, и вы должны обязательно присутствовать в сообществе, чтобы участвовать в конкурсе. Поэтому мы копируем ссылку на группу и вставляем в графу второго условия. Итак, сейчас время узнать, чье имя изберет великая фортуна сегодня. Итак, нажмем на кнопку. Великая фортуна избрала Алису Пиунову. Поздравляем тебя. Завтра ты получишь кофе и пончик от вечернего света. Мы спешим сообщить нашим подписчикам, что следующий конкурс будет проведен, когда число участников в нашей группе будет превышать отметку в 150 участников.